Сегодня день родной мовы. Наши коллеги протягивают працовать у разных краинах. И приятно отзначить, что дякуючи им белорусская мова гучит и подчас интервью, и даже у моменты отпочинку. Видое приветствие тех, кто сегодня за тысячи километров от родимы. Зараз в нашем эфире. Приветствие с Паўднёвай Кореи. Привітання з Таїланду. Привітання з Куби. Привітання з Китая. Привітання з Паўднёвай китайской провинции Сычуань. Привітання з Франції. Сьогодні ми святкуємо день родной белорусской мовы. Я святкую его тут, на березе Тихого океана, на шодрой Сан-Диегушне. Белорусы, любите мову, корыстайтесь ею. Это то, что нас объединяет.